Мечта юных володарцев, ставшая реальностью, так смело можно сказать о новой детской площадке, появившейся у дома номер 25 по центральной улице. Поздравить жителей с этим радостным событием приехал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. Видя радость в глазах детей, видя улыбки на лицах родителей, я понимаю, что мы движемся в правильном направлении. Наша главная цель, чтобы в каждом дворе у нас были такие площадки, и чтобы они являлись местом притяжения для наших детей и для наших родителей. С праздником! Яркая, построенная по самым последним технологиям, площадка появилась в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». Причем возведение детского городка прошло в рекордно короткие сроки – всего за один месяц. Площадка относительно небольшая, она занимает 450 метров квадратных. Но при этом она настолько хорошо оснащена, что позволяет играть детям всех возрастов, от самых маленьких до, в принципе, уже подростков. На площадке есть все, что нужно для игр. Качели и карусели, горки и лазалки. Ребята постарше смогут позаниматься физкультурой на тренажерах. А под ногами здесь безопасное резиновое покрытие, по которому так приятно бегать и прыгать. Любая площадка! Здесь очень классно, качели очень удобные. Вот. Очень такая большая, удобная, красивая. Впрочем, довольны не только дети, в восторге и родители. Я думаю, что да, все будут приходить сюда обязательно. Тем более, что мимо школы у многих по двое, по трое детей. Можно будет и приходить с младшими, за старшими и гулять. То есть очень удобное место расположения. Детские площадки – это вообще в радость. Не только детям, даже взрослым. Тренажерам, какие устанавливают для занятий спортом. Дай бог, чтобы все это так продолжалось, как на сегодняшний день есть. Ну, как сказать, просто красота. Уже в следующем году в Ленинском городском округе, благодаря губернаторской программе «Наше Подмосковье» и муниципальной программе формирования современной комфортной городской среды, появятся еще две новых игровых площадки – в деревне Мильково и в Развилке. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.